47-летняя актриса Олеся Железняк давно покорила сердца миллионов россиян. Народ обожает ее героинь в комедийных сериалах «Моя прекрасная няня» и «Сваты», а любители театра по достоинству оценили ее талант на сцене. Олеся не скрывает, что ее карьера могла сложиться совсем иначе, не окажись рядом заботливый и понимающий мужчина. Супруг артистки Спартак Сумченко взял на себя воспитание 4 детей, что позволило Железняк сниматься в кино и играть в театре. Когда наследники подросли, Спартак тоже занялся карьерой. В ряде спектаклей супруги играют вместе. Но за пределами сцены Олеся предпочитает скрывать мужа. Актриса не любит говорить о личном. Железняк не хвастается своим счастьем, не скандалит на публике. Просто тихо наслаждается семейной жизнью. Поклонники за это еще больше уважают артистку. Звезда кино ведет микроблог в соцсети, где чаще всего показывают рабочие моменты. Но иногда Олеся делает исключения. Так, в День народного единства актриса опубликовала фотографию с мужем. На снимке Железняк неважно прильнула к Сумченко. При этом выглядит Олеся счастливой и умиротворенной. Поклонники оставили под постом десятки комментариев. Народ отметил, что муж у актрисы очень привлекательный. Ого, какой у вас мужчина. Повезло Олесе с мужем-красавцем. Красивая пара. Какая же замечательная у вас семья, написали люди. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!